Так, сейчас мы вот зашли в обувной магазинчик. Маленький, да. Мы сейчас посмотрим, какие вот цены здесь в Дубае. А все в дирхамах. У них все в дирхамах. Вот обувь. Да, ну можно перевести в долларах. Если в доллары, они принимают, естественно, доллары. И можно купить. Давай, покажи. И мужская здесь обувь, и женская обувь. Такие сапожки, например. Искусственный мех, правда? Вот цена с той стороны. Ну, тут непонятно. Надо, да, с той стороны посмотреть. Косочки. Так. Ну, какой большой размер. Что за размер? 50-й размер. Угу. Большущий. Для большого, гигантского. Вот, если так посмотреть. Шлюпки. Все вот летнее. Хорошие. Конечно, здесь летнее все. Вот, ну, здесь хорошие. Зимнего-то и не должно быть. Вот Германия. Это германские. Вот эти неплохие летние. Вот эти кучка. Сколько там стоит? Вот наподобие твои. А сам магазинчик надо вот посмотреть, как он вообще называется. Да, обувной, но под своим названием. Ну, он находится в каком-то отеле, чтобы не понять. Да. В здании находится. Только... Ну, а по цене вот так вот, смотри. Вот они здесь пишут 140, это дирхам. Ну, переводите. Сколько это получается? На 30? На 17? Ну, на 17. Сколько? Ну, так не переведешь. Сколько это будет? Примерно. Ну, если на 20 говорить, то это 2800. 2500 где-то на, в рубли. Это детская обувь. Ну, от 150, 140 дирхам. Тоже около 2000. Легкие, легкие. 2300. Ну, натуральное все. Ну, да, хорошо сделано, пошито, да. Все. Так. Здесь тоже вот. Коробочки с обувью. Это мы шли мимо и увидели вот эту вот витрину. Ага. Они сами стесняются. Так. Ну, мужская вот обувь. Они, тоже вот это, ну, это бук. Как он? 43-й. Комфорт. Германия. Ну, да, импортная, конечно, хорошая, обувь хорошая. Хорошее качество. Тоже хорошее, видно, что видно, натуральная. Вот они цены не указывают, они сами с головы берут. Как нет, почему? Вот, допустим, на витрине, вот, ну, видно, на витрине видно, что вот, да, 140 дирхам, 150, угу. Детская обувь, вот 150. Вот, так. Смотри, 43 размер. Оттеночки. 43-40. Ну так немножко обзор сделали, да, по ценам, чтобы могли вот понять. И потом дальше. Ну, ладно, окей. Thank you. Здравствуйте всем. Сегодня 28 декабря. Зашли в супермаркет. Здесь разные овощи, фрукты. Давай покажем по цене. Вот, допустим, лимоны, они стоят 10-50 дирхам. Это на наши рубли получается 170 рублей. Это помело. Помело, да. 4 дирхама. Да. Считай, ну. А, лимоны, смотри, разный есть вид. Есть такой вид, который без 60 упаковочки. Рублей стоит килограмм. Да, а это с упаковкой, сетка, а не за сеткой, но может качество получше. Да. А апельсины 5. Это супермаркет в Дубае. Да. Зашли в супермаркет. Вот, и сейчас делаем обзор просто супермаркета одного из магазинов, да, Дубая. Это вот мандарины. Мандарины. Да. Они идут по 21 рублей. Так, это вот, это лайм. Яблоки, ой, ну много видов яблок. Да, все. 1, 2, 3, 4, 5, 6 видов вот яблок. Вот такая цена, вот умножайте на 18. Цену видно, умножать на 18. Личи. А, манго. Манго. Личи. Манго есть по 25, они самые вкусные. По 25. Или сколько получается? Они мягкие, мягкие, спелые, хорошие. И вот есть такие вот, 12 манго. Вот эти, о, 14.
12 манго получается 200 рублей. Килограмм. Давай сейчас возьмем вот этих вот. Или вот тех. Вот такие можешь взять, возьми. Вот так, тоже смотри, спелый, вот по 14, вот но тоже мягкий, спелый, вообще классный. Чувствую, очень хороший. А, надо такой. Было корзинку взять. Я сейчас корзинку найду. Так, а это персики. А где корзинка? А корзинку нету, где можно взять? Вон она корзинка. Вот. Так. Киви поделите. Киви вот 9. Так, на 18. Ну если так на 20 умножаем, считай, 110. Будем так, на 20 умножать. Это будет 180 киви, 160 апельсин. Дальше, здесь вот разные бананы. Бананы одного образца 5,50, это 100 рублей стоит килограмм. Маленький возьми. И вот эти, которые у нас в России. Ну да. А цена получается одинаковая. Вот самые маленькие-маленькие. Они вкуснейшие. Возьми мелкие. Кто-то уже оторвал здесь. Ну, посмотри здесь. Сейчас посмотрю. Желтеют. Да надо, чтобы они не совсем мятые были. А это что такое? Знаешь, так, а это... Понятно. Наподобие картошки. Картошка, да. Ну, видимо, тоже ну, вот какой-то фрукт. Одну. Взяла? Да. Пойдем по сторону посмотрим. Так. Ананасы, виноград. 13. Виноград. Ананасы 8, 160 рублей, 150 рублей. Вот паттайя нас как-то в отеле нам дают паттайю-то вот кусочками. Ага. Паттайя 9, это 180 рублей, ну меньше даже. А это, наверное, дыня. Но дыня нам дают невкусную. Дыня. Это вкусно. Тоже вот дыня. Да, это другая. Это как сорт, как колхозница сорт. Арбуз. Арбуз 7. То есть получается килограмм, это за килограмм, да, за килограмм, 7, получается очень дорогой арбуз. Арбуз это будет 140 рублей за килограмм. Да. Много килограмм? Нет. Это, да. Наверное, картофель что-то такое? Нет, это репа какая-то, видимо, да. Или знаешь, что? Как они у нас по-другому называются? Бататы или как у нас? Ну ясно, типа картошки? Типа картошки, да. Так, смотри, невзрачная морковка, чтобы что. Вот кокос, можно взять один. Ну возьми один на... для разнообразия. Вот это вот возьми, что это такое? Я не знаю, что А ты знаешь, взвешивать надо самим. Сейчас будем искать тогда. Да. Свекла. Ну это понятно. Редька. Зелень всякая. Вот это все перевешивается. Так. Интересные. Что это? Даже не пойму, что это такое. Капуста 95, филсов. Разная.
интересный фрукт. Это маленькие огурчики такие, что ли, да? Огурцы такие маленькие. Непонятно тоже. Вот это маленькие, да, как это? Патиссоны. Баклажанки, кабачки, вот да. Баклажаны. Баклажаны, вот это кабачки. Это вот сиреневые, темно-синие. Да, это баклажаны. И форма разная. Да, разные баклажаны, да. Удлиненные. Это что? Это опять те же самые эти вот. Вот посмотри, какой интересный. Он как будто, знаете, это, что... Это, видимо, овощ. Как восковой, как воск. Прям на кактус похож. Это какие-то стручковые. Вот, посмотри. Это, знаешь, что стручковые? А это, мне кажется, вообще, знаешь что? Как кактус без иголок. Без иголок. Вот стоит свой цена. Так, пойдем здесь посмотрим. Вот такие вот как готовые продукция. Уже можно брать и разогревать. Например, плов купил, разогрел его в микроволновой печи. Можно уже нарезка. Всевозможные нарезки. Сырная. Это оливки. Оливок много. Вот шарики. Вот они шарики берем в отеле. А не знаете, что это творог? Творог в специях. Не сырные, да? Творог. Творожные. Творожно-сырные. Творожно-сырные. Шарики. Да. Тоже вкусные. В отеле выдают там. Постоянно. На завтрак. Мясо здесь, как сказать, недорогое, но, допустим, 9 умножить на 20, это 180, но минус там 40. 140 рублей. Получается вот этот пакетик. Вот это вот все 140 рублей, да. Да. Вот курица, например. Маленькая, причем маленькая, видишь? Ну, в отличие вот от нашего, здесь эти курочки, они как куропаточки. Маленькие такие две курочки. Аккуратненько. Без протыкания, я смотрю. Здесь нету. Здесь такого, чтобы... Нету подмешивания. Да. Там укола, чтоб ставили. Да. Здесь все как бы натурально. А это уже субпродукты. Куриные потрошки. Здесь куриные потрошки, дальше идут. Мясо уже, фарш идет. Ну тоже, вот 42, ну это уже филе дорогое. Фарш. Это вот можно отбивные, уже готовые, нарезанные, осталось только отбить. А здесь цена почему-то не указывается. А, вот сырые. Не сырые. Это значит что? Это рулеты мясные. Это мясные рулеты. Рулеты, да? Да. Это шинка, как шинка называется, шинка. Такая обтянутая. Колбасы. А колбасы вот с разными добавками. Вот, допустим, наверное, с зеленью, да. Наверное, с сыром там. Вот это вот, наверное, с перцем. Вот колбасы по цене. Оливки несколько. Оливок много. Цена у них вот такая. Это вот отдельный сыр, смотрите, который по цене и по качеству, но у них сыр очень вкусный. Вот как такие сыр, прикольные. Да, сыр здесь прям настоящий. Отличный, да. Здесь прямо горячая булка, прям горячая. Это можно уже брать, это все горячее. Горячее, да? Уже приготовленное, забирай, иди кушай прям тут же. Найди только место. Здесь. Ну все, это все экзотическое пошло. Ой, ну вообще... Так, вот посмотри, это вот что? Вот это. Типа, это, знаете, типа черника, как голубика, только чуть повыше. Побольше. Больше, да. Вот какой экзотический. Это драгонфрукт, наверное. Это драгонфрукт. Ух ты.
Его, наверное, мы сейчас возьмем, что ли. Он уже упаковочка, мы возьмем его. А он вот не вот пропадет? Нет, нет, он свежий все. Нет, ну если очень до свежий. Дома. А, для дома не знаю. Лучше ну возьми и посмотрим. Возьми. Да. 18 стоит. Слушай, это за сколько? Это за упаковку, что ли? А да, это уже упаковка готовая. Это вот. Это клубника, 4. Да. Ну клубнику не возьми надо. Себе. Да, ну клубнику. Наверное, безвкусно. Вот ежевика, которая была вчера на оформлении тортиков. Тортики там делали. Малина. Ну клади. Ну что, берем это, да? Возьмем, поедим, попробуем. Ой, какая мелкая кукуруза. Бэби, маленькая. Маленькая. Маленькая, да. Маленькая. А вот, Валер, это... Надо, знаешь что, найти такой сыр, как кипри. Он в воде. Это в воде сыр. Прям вот именно да. В упаковке. Нам уж там понравился, да. Так, значит, рыбная продукция. Вот рыбка. Свежая рыба здесь, значит. Смотри, вон креветки. Макрель. Вот это. Креветки. Макрель, креветки. 33. 33. Ага. Ну, дороговато. Дороговато? Да. 29 стоит салмон. Вот осьминог. Так, что за рыба вот это? Макрель тоже, только большая. Вот осьминог, смотри, осьминог 35. Осьминог 35. Да. Филе семги 99. Это 100 дирхам, это 1700, да, Кать, филе? Ну, наверное. 1700. Так, а это вот пошли, смотри. Маленькие сушеные креветки по 8,90. Маленькие, это, знаешь, маленькие. К пиву это вообще самое то. Отлично. А это все к пиву. Смотрите, сушеная надо рыбка. Надо подарок к пиву кому-нибудь купить, да, подарить. А, смотри, вот сушеная рыбка. А, смотри, мидии. Мидии и ракушки по 8. Вижу людей. Красная рыбка, видишь? Да, вот привет. Ну а почем 10 эта коробочка? Это 10, да? Ну 170 рублей эта коробочка. Нарезки колбасные. Так. Вот это, посмотри, это что? Американо. Маленькие тортики? Американо, ну да. К чаю. К чаю. А, то есть они внутри либо с творогом, либо с чем-то, ну, потому что в холоде находится. С начинкой, да. Может быть, даже с творогом. С кремом. А, давай йогурт возьмем. Молоко вот еще хорошее. Айран есть. По одному. Хочешь айран? Сейчас возьмем айран и йогурт. Ну возьми. Они на, да, на свое усмотрение какие. Там. Ну, по два. Одному, по два, ну, вот они. Манго возьмем. Возьми манго. Да. У тебя есть это? Куда вообще внести? Да. Вот айран. Пачка 11 стоит. А вот эти тоже айран? Поверни, посмотри. Так что я пойму здесь. Это лабан какой-то. Давай возьмем его.
Ну, он, может, кислый. Айран-то уж айран точно. Давай посмотрим. А, молоко. Здесь молоко очень вкусное. Молоко нам понравилось. Да, в отеле молоко прям хорошее. Оно вроде бы как похоже на порошковое, оно такое прям вкусное. Но не порошковое. Похоже. Похоже. Как концентрированное в баночке молоко. Да, да. Один литр айрана. Много стоит. Вот молоко, да? Молоко? Да. 2, 3-4 рубля. Одну возьми. Дома попьем. Так, здесь не будем проходить ничего, да? Здесь ну ладно, пойдем. Так, здесь идет вот здесь сладкое. Шоколад. Сладкое, да. Сладкое. Вот смотри, допустим, вот 85% шоколад стоит 14. 14. Вот посчитай. На 24, это 260 рублей. 260 рублей. Да. Например, такая цена. 260 рублей. Но оно 85% шоколад. А вот такая сколько? 28, вот смотри, 28, да? 560, ну 540. Угу. 540 рублей. Ну, можно сказать, шоколад на том же уровне, на котором у нас, только... Здесь ассортимента больше. Может, качество получше, да? Не знаю, может. Так, нам надо, знаешь, что? Кофе в зернах найти, смотрим посмотреть. С той стороны. Смотри, какая. Угу. А, милк шоколад. Молочный шоколад. Какой вот в таких вот красивых золотых упаковочках. Они маленькие, вот они. Ну, интересная коробочка. А это, знаешь, какой? Коробочка. Это с кремом. Внутри крем. Да. Смотри вот на эти. Да. Сколько грамм? 18 грамм, здесь 18. Да? Наверное, одна 18 грамм или упаковка? Да нет, упаковочка. А, 33 штуки? Да, 33 штуки. Пойдем. Так, кофе в каком пойдем месте? Подожди. И здесь чипсы всевозможные. Это и печенье. Это печенье. Тоже вот посмотри, возьми, наверное, с собой парочку штучек печенья каких-нибудь. Смотри, с прослойками. Видишь, шоколадный, внутри прослойка. Поезд возьмем парочку. Ну так. Смотри, какие лучше. За 5. Какие интересные. Лимонные. А эти почему-то 7, а эти 5. Это другого типа. Одинаковые. Это смотри, чем показывают. А, спицы. А тут нет такого. Ну, посмотри, вот это. Вот еще какая коробочка большая. А, ну это эти обычные, как они, крекеры. А, крекеры. Крекеры. Крекеры.